Привет, как тебя зовут? Здорово, Ирка меня зовут. Ира, из какого ты города приехала? Ты минчанка? Я приехала из Сабадоу-Цау. А где это? Это не в Минске. А как у вас в Сабадоу-Цау проходят дискотеки? Весело, здорово. Пацаны напиваются, бухают, ну, водку, иногда керосин. Все прекрасно. А как у вас танцуют? Какие-то модные движения? Вот так вот танцуют. Ира, ты в детстве мечтала покататься в метро? Я о таком даже в детстве не мечтала, если честно. Дорого. Это не дорого, это, наверное, круто. Но потому что я всю жизнь мечтала, я наконец-то приехала в эту гребаную Беларусь. О, этот Минск, шикарный город. И покаталась, заплатила 600 рублей всего лишь на метро. Такой жетон розового цвета, по-моему, если не ошибаюсь, да? Ну, розовый, да. Вот кинула в такую штуку, там этот перед, так хап-хап-хап. Не зажала тебя?